Доброй разницы, Беларусь! Доброе утро, страна! Просыпайтесь, ведь сегодня, 16 апреля, Всемирный день голоса! Да, друзья, этот прекрасный день мы продолжаем в компании нашего любимого соведущего, соведущей Аллы Комаровской. В эфире «Доброе утро, Беларусь!» рубрика «Актуалочка». О чем поговорим? Конечно же, мы поговорим о силе голоса и психологических нюансах. Почему у нас голос меняется с точки зрения психологии и как на это можно повлиять. Как же на это влиять? Вообще у нас, да, мы делаем вывод о человеке с первых секунд общения с ним. Что мы оцениваем? Конечно, мы оцениваем энергию, подачу, внешний облик, без него никуда, и голос. Алла, а правда ли это, что люди с низкими голосами более привлекательны? Да, они более привлекательны, потому что низкий бархатный голос, он как теплый плед в кафе, он вас укутывает таким теплом, да, и вам становится в компании человека с низким бархатным голосом комфортнее. Но при одном условии, что вы добавляете к этому низкому бархатному голосу улыбку, потому что без улыбки получается очень так... Сурово. А вообще, вы знали, что тембр голоса, он как отпечатки пальцев, не меняется. Он уникален. А интонация... Скажи это искусственному интеллекту. Да, а интонация древнее текста. И иногда, в некоторых ситуациях, нам не столь важно, что человек говорит, сколько... Как он это говорит, да? Поэтому можно... некоторые не любят текстовые сообщения. Никогда невозможно передать точно, а что же именно имел в виду автор? Никаким там смайликом. Можно сказать в конце. Спасибо. Да. А можно сказать благодарю. И посыл будет совершенно, да, будет совершенно другой. Вообще на бессознательном уровне люди не воспринимают высокие голоса, такие тонкие, и они воспринимаются людьми бессознательно как неуверенные голоса, что человек не может с таким голосом быть интересным, заинтересовать и говорить что-то серьезное. Вот это... психологически вот такая уловка. То есть работаете над голосом, над низами и, соответственно, можете улучшать коммуникацию. Но я вот смотрела всякие интересные сериалы, и там говорят, когда человек врет, его голос становится выше автоматически. Может быть выше, может дрожать, он может и взглядом в сторону уводить. Есть такой момент, да. То есть мы наблюдаем. Вообще голос, это же не только голос, это наши голосовые связки. Вы говорите всем телом. Поэтому, когда мы зажаты, когда мы не открываем губы и не видны наши зубы, то это тоже может транслироваться как неуверенность в себе. Поэтому, если вы говорите и хотите почувствовать себя немножко расслабленно, да, вот просто встряхните руками, да, двигайте телом, это будет на самом деле... Ты предлагаешь, придя на собеседование, вдруг... Ну, не сидеть со скрещенными руками однозначно, с ногами, вот вы меня так не будете воспринимать. Вы будете психологически, да, вам что-то есть, что скрывать, да? Ну, давайте поговорим о психологических блоках, да, потому что это все может закладываться у нас с моего любимого детства. Ну, уж простите. Например, вот такая фраза родителя, которая ничего не предвещает. Прежде чем сказать, подумай. И, например, ну, ребенок что-то сказал, не то, что родители хотели, да, наказали его, не объяснили, почему так нельзя, и что может это в дальнейшем, скажем, на ребенка, как это может повлиять. Ребенок думает, я не могу говорить то, что я думаю. Установка. Фильтр или страхи. Меня могут наказать, когда я говорю то, что я думаю. Привычка во взрослом возрасте молчать, когда хочется сказать. И симптом. Например, болят связки, болит горло, дрожит голос или, например, сжимаются челюсти и бешено стучит сердце. Это как симптом, как вершина айсберга, по которому вы можете спускаться по ступенькам ниже, чтобы понять, а что же меня триггерит из детства. Поэтому в первую очередь в работе над голосом мы избавляемся вот от этих психологических блоков, над неуверенностью в себе. С другой стороны, подумали родители, а как нам было объяснить ребенку, например, да, что все-таки действительно неплохо было бы думать, чтобы кого-нибудь там... не обидеть, например, или... Так ты объясняешь. А здесь, например, там, мал еще, помалкивай, да, или твоего мнения не спрашивали. Здесь уже идет прямой вербальный посыл. А вот когда подумай, да, прежде чем сказать, это такой невербальный посыл, помалкивай. Поэтому ребенок может ребенок его... Ребенок не понимает, что он не то сказал. А ты ему объяснишь, что, например, вот когда ты говоришь вот так,
ты можешь обидеть человека. Лучше сказать вот так, подумай, обсуди там в мыслях эту фразу. Или не нужно рассказывать папе на секреты, маме. Где мы деньги храним дома, да? Да, совершенно верно. Поэтому психологические блоки, мы работаем с психикой, с нашими установками, с мышлением, и потом подключаем тело. Как мы подключаем тело в том числе? Ну, то есть мы работаем и с диафрагмой, с нашим животом, да, правильно дышим, потому что очень многие люди неправильно разговаривают на связках, опять же, да, и напрягаются они очень сильно. У меня самой была такая проблема, поэтому я работала. Нужно работать над с дыханием. Да, работа с дыханием, совершенно верно. Да. Потому что если вы неправильно дышите, вы можете дыханием выталкивать нижние органы вниз. Для женщины это не актуальненько. Поэтому ну и с точки зрения окраса голоса, если мы говорим на связках, то тогда может быть прононс, а это не всегда приятно. И тоже высокий голос, а если вы хотите понизить голос, да, не забываем дышать. Дышать. Добавляем краски голоса. Что такое краски голоса? Когда вы говорите высоко и низко. Например, когда вы читаете сказки детям, то распределите, что вы каждого персонажа будете озвучивать по-другому. И вы увидите, что кого-то вы можете говорить, озвучивать высоко, кого-то низко, например. То есть такое театральное общение. Да. Анна, не хотели бы вы пойти со мной в столовую? Да. То есть так, да, разговариваете? Медленно, но это просто добавляет красок голосу. Не когда вы говорите монотонно одно и то же, человек через 30 секунд заснет. Алла, но все-таки это ведь зависит еще от темперамента человека, от его характера. Но есть люди, которые никогда не будут говорить. И сразу вспомнила песню. Как я не ожидала от нее это услышать. Ну, то есть они на самом деле такие люди сдержанные, например, говорят спокойно, плюс-минус там в рамках одной октавы. Мы же всегда помним про баланс и про уместность. Если вы общаетесь, ну, у вас переговоры какие-то, да, вы не будете махать руками. Ну, вот как первое знакомство любому человеку, такое универсальное средство, давай топ-3 расположить к себе человека при помощи голоса? При помощи голоса, во-первых, вам нужно меньше говорить, больше спрашивать. Это ты мне, да? Больше задавать вопросы, потому что я уже вам говорила в одном из наших выпусков, вот сегодня 25-й, в начальных выпусках я рассказывала, что мы пытаемся заинтересовать кого-то, много рассказывая о себе. Но на самом деле мы заинтересовываем человека, когда мы спрашиваем о нем, когда нам интересно, чтобы человек нам рассказал свою историю. Вот побудьте детективами. А если человек манипулятор, и он понимает, что много рассказывать о себе не надо, тогда молчаливая беседа получится. Все должно быть в балансе, дорогая. Я поставила в тупик Аллу Комаровскую. Я просто подумала о том, что на личные вопросы я буду отвечать вне эфира. Да, ну и, конечно, возвращаясь к голосу, помним, да, психика, тело, мышление наше, мы работаем над этим. И тренировки, потому что голос — это привычка. Это привычка, которая может улучшить качество вашей жизни, расположить к себе человека. Вы можете даже повысить чек на свои услуги, потому что вы будете транслировать уверенность в себе. А может быть, встретите человека своей мечты, с которым соединитесь в такой долгий союз. А может, работу мечты получите. Поэтому в любом случае это инвестиция, как сейчас модно говорить, в личный бренд, в приятное общение и в свое здоровье. Вот так, как важен голос для нас. Вот это было даже в каких-то местах обезоруживающе интересно. Алла, спасибо огромное.